Архангельской области Национальный медицинский исследовательский центр онкологии заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа стало формальным закреплением тесных профессиональных отношений, которым уже больше 50 лет. Доступ к федеральным возможностям – это всегда большой прорыв для региона, для любого. Это всегда возможность не только, скажем так, пообщаться и что-то обсудить. Это, конечно, доступ к новым технологиям, новым подходам, те, которые являются сегодня иногда не просто общепотребительными, а эксклюзивными для того или иного центра. Сейчас в области разработана концепция развития онкологической помощи населению до 2020 года. Предусмотрен ряд мер по повышению доступности и качества онкологической помощи, снижению смертности. Взаимодействие с научным центром поможет в реализации программы. Прежде всего, мы готовы предложить методическую помощь. То есть, поскольку мы обладаем компетенциями в разных направлениях развития онкологии, как прежде всего в вопросах лечения, кроме того, вопросы профилактики, вопросы диагностики, паллиативной помощи, научных исследований, в организации научных исследований. Кроме того, в будущем тема лечения и профилактики онкологии будет обсуждаться на крупных площадках для диалога в ломоносовских чтениях и Международном арктическом форуме.